Пандемия ударила по карману не только бизнесу, но и культуре. К примеру, театрам. Бюджетные отчисления в такие организации зависят от количественных показателей, а проще говоря, количества зрителей. Если бюджет выделил средства с учетом полного зала в 100 человек, а на спектакль пришло 50, то остаток непотраченной суммы нужно возвращать. А ведь это деньги, будущие зарплаты и расходы на обслуживание театра. Так что же, из-за пандемии культура останется без средств? Нет. В Москве пересмотрели прежние правила, возвращать бюджет ничего не будут. Тем не менее, общая сумма выпадающих расходов с возвратами билетов и сорвавшимися спектаклями для края 7 миллионов рублей. И на какие-то жертвы пойти придется. Большая часть артистического состава целесообразно будет в мае все-таки отправить в отпуска. Потому что, во-первых, нет уверенности, что в мае ситуация коренным образом изменится в лучшую сторону, дай бог, но тем не менее. А даже если представить, что мы бы вышли на работу, май и так месяц уже конец сезона, когда зрителя нет. Не переживаете ли мы за то, что придется разбивать копилки? Ребят, а есть ли у кого эти копилки? Вот отсюда только один вопрос. Большие копилки? И не разбили ли их уже? Мы готовы работать, и мы очень надеемся, что все будет хорошо, что после 30 апреля нас все-таки нам разрешат работать. По словам Галины Санжаровой, они надеются открыться через месяц. Так два спектакля уже запланированы на конец мая. А еще, рассуждают артисты, выступать надо. Ведь даже в войну творческие люди были на передовой. Если говорить о том, что в мае не пойдет зритель, и в июне не пойдет зритель, это все, на мой личный взгляд, это все чушь последняя. Потому что зритель, тот, который ходил в театры, за этот месяц, за это время вообще, в принципе, он изголодается по своим любимым артистам. Он изголодается по зрелищу, то, которое его, у него просто-напросто взяли и отняли. И люди пойдут в театры. И театры, как и другие, в принципе, бюджетные, культурные учреждения, должны работать. А библиотеки края работают онлайн. Так большое число библиотек в крае подключает своих читателей к базе Шишковки. Получить доступ к хранилищам не так уж и сложно. Чтобы стать читателем электронных книг Литрес, нужно быть читателем библиотеки. Нужно связаться с вашей библиотекой посредством электронной почты, связаться с ними, записаться в удаленном режиме в библиотеку, и дальше происходит подключение к нашей библиотеке, к краевой библиотеке Шишкова, и обеспечение книг библиотекой Литрес. В день Шишковки обрабатывают по 900 новых заявок от читателей. А к базе краевого учреждения подключаются 2/3 районные библиотеки. Что касается крупных культурных мероприятий, например, музейной ночи, ее уже запланировали вместо мая на ноябрь. Ее проведут вместе с Ночью искусств, а даты рождественских и шукшинских чтений пока не трогают. Если ничего не изменится, их перенос обсудят в начале лета. Никита Ермаков, День с толком из дома.